Представляем видео турбомешалки с 9-скоростным приводом. В данном случае обороты 500 оборотов в минуту. Вот, турбомешалка может быть использована для дисперсации, также флотации, перемешивания, кавитационные, там перфорация на импеллере. Вот. Вот, запускаем. В данном случае с катодной защитой вал и импеллер выполнены из нержавеющей стали. В данном случае она будет использоваться как флотационная установка для флотации сульфидов.